Одесі відзначили другу річницю підписання Паризької декларації програми боротьби зі СНІДом, туберкульозом та гепатитом. Круглий стіл за участю представників Міністерства охорони здоров'я, ООН та посольства США пройшов у новій мерії на Косовській. Мета – посилити взаємодію муніципальної та національної програм і проаналізувати роботу за останні два роки. На конференції обговорили нові практики, швидкий медогляд та профілактику. Есть очень четкие административные шаги, которые заключаются в оптимизации организации оказания услуг. Прежде всего, это объединение службы СПИДа и туберкулеза. Во-вторых, это включение неправительственного сектора как равного партнера в работу государственных структур. И в-третьих, это, безусловно, эффективное использование и институциализация тех лучших практик и проектов, множество которых было и есть сегодня в Одесском регионе. За статистикою, порівняно з 2016 роком, кількість людей на обстеженнях зросла на 50%. Смертність від щутливого туберкульозу зменшилась з 93 осіб до 69 випадків за рік. Зменшилась на 15% смертність від ВІЛ, а послугами профілактики скористалося більше 17 тисяч пацієнтів. Большим подспорьем к этому вопросу явилось принятие городской программы по противодействию ВИЧ-СПИДа, туберкулеза и наркомании, которую городской совет принял 6.6.2018 года. Из городского бюджета на эти цели было выделено около 66 миллионов. Это очень важно, это помогло решать вопросы по ВИЧ-СПИД-инфекции. Очень важно было создать систему, которая бы позволяла выявлять ВИЧ-инфицированных и направлять их на лечение. Это очень важный вопрос, который нужно было решить.